На календаре у нас 9 июня, это означает, что у нас новая неделя скидок и бонусов Red Dead Online. Новости недели. У микрофона у нас с вами Готика, Готика и Сократ. Погнали! А на этой неделе у нас самое классное обновление, лучше него просто и быть не могло. Горох. Бобы. Что может быть лучше? Что может быть лучше этих обновлений? Сейчас я вам скажу. Втрое больше долларов РДО, золота и опыта за участие в скачках. Да здравствуют АФК скачки. Вы начинаете скачки и 15 минут ждете после финиша того, как люди просто стоят АФК и фармят себе голду. Нет ничего лучше в этом. Действительно, вы будете получать за 0.96 голды за участие в этих скачках. Также скидка 50% на все карты способностей третьего уровня. Да-да, за улучшение этих карт способностей вы будете тратить $250. Также вдвое снижена цена на карты способностей наездник и друзья на всю жизнь. Скидка 30% на арабских лошадей и стойла в конюшне. Скидка 40% на седла и улучшение седла для лошадей. Скидка 50% на седельные сумки, стремена, гудки, подники и матрасы. Вся провизия для лошади теперь бесплатно, в том числе и яблоки, и морковь. Вот это самое топовое обновление, которое мы с вами ждали. Полгода прошло, 180 дней, и нам выдают бесплатные яблоки. Также скидка 50% на карты способностей, как я уже и сказал, абсолютно на все. Ребята, тут вы можете прокачать, и новичкам действительно это будет круто. По поводу скидки лошадей, это арабская порода, именно вороная, 29 золота, белая, $595, красно-рыжая, $175. С 5 по 10 стоило вы будете тратить по $525. Аксессуары для седла, скидка 50% на все. А также товары, тоники для лошади, лекарства, стимуляторы, сильное лекарство для лошади, сильный стимулятор, конское зелье, щетка, да все, все. Для того, чтобы купить кучу лошадей, расчесать их, накормить, чтобы они не могли даже вашу тушку перенести. И, собственно, все. Набор парикмахера этой недели, коллекция Мадам Назара. Стоимость $70. Туда входит щетка для волос, гребень из слоновой кости и шпилька для волос из черного дерева. Вот, собственно, все. Увы, ах, это все, к сожалению. По поводу слухов, в 2021 году Rockstar, возможно, выпустит ремейк Red Dead Redemption на PS5, Xbox X и ПК. Из источников, пожелавших остаться анонимным, стало известно о планируемом релизе ремейка первой части Red Dead Redemption. Ее должны показать уже в 2020 году, в конце лета или осени. Если верить информатору, то Rockstar Games запланировал полную версию игры на 2021 год. Но пока не определились, случится это в первом или во втором квартале. Относительно подробностей, согласно информации инсайдера, мир покажет полноценный ремейк, но уже на обновленном движке от Red Dead Redemption 2. В сравнении со второй частью, планируется улучшить несколько игровых механик, вроде рыбалки, охоты, а также добавить новые сюжетные и побочные миссии. И есть небольшая надежда, что в первой части упомянут Артура Моргана, хоть он и не является главным персонажем в оригинале. Также источник сообщает, что были привлечены оригинальные голосовые актеры. На основании данных из утечки известно, что релиз новой игры произойдет вскоре после анонса, в первом-втором квартале 2021 года. И самое, что интересное, это неподтвержденный источник с 4chan, верить ему я бы не стал. Однако источник полагает на то, что Rockstar добавит в Red Dead Online недостающую
Мексику. В новой локации будет карта из первой части. А что может быть лучше, как сделать ремейк первой части и кусок этой карты добавить в Red Dead Online? Ведь события Red Dead Online происходят перед событиями Red Dead Redemption 2. Соответственно, может быть, как я уже ранее и говорил, новые механики, новые возможности мы увидим после выхода новых консолей, нового поколения. В связи с этим, а почему бы и реально не сделать ремейк и часть карты запихать, как сделал, допустим, Беседка, запихав Skyrim в The Elder Scrolls Online. В принципе, это очень вкусная история, но верить бы я ей особо не стал, потому что это 4chan. Даже, ну, собственно, раньше этот источник ничего особо из себя не представлял. Вот, собственно, на этом и все. Новостей недели по дискордам пока не будет. Модного приговора тоже, турниров тоже. У нас небольшая... мы сидим в окопе, мы сидим под обстрелом, в ожидании, когда это закончится. А закончится это уже совсем скоро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в наш дискорд, ссылки в описании.